Гражданская война уже в Соединенных Штатах Америки была. Если сейчас будет готовиться еще вторая такая война, это уже без слов. Так что мы их призываем, пусть наберутся терпения, не мухлюют и проводят нормальные выборы. Гражданская война – это очень страшно. Не допустите этого. Видим уже, что республиканцы побеждают, а вам, демократы, лучше смириться с этим и не потусовывать выборы. Все равно выиграют республиканцы, потому что у них ценности другие, такие, как в России. Американцы, мы, россияне, призываем вас быть разумными, не разжигать войны. Если даже вы в своих выборах проиграете, то учтите, будьте терпимы к своему народу, уступите им. И не с вашими амбициями вы далеко не уйдете. Поэтому ценности у ваших противников выше, чем у вас. Американцы, хватит разжигать между двумя партиями вот эту войну. Все равно демократическая партия, она нелегальная, не хорошая, а республиканская все равно победит. Просим мира между вашими двумя партиями. Не надо гражданской войны. Я желаю вам мира.